Да, ок. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Короче, такой трэш случился, я паспорт забыл. Боже, я думал, меня не пустят в вагон, думал, все, просрал, я полтора косых. Нет, я уже в вагоне, не, объясняю, это уже слушай до конца. Я думал, что я просто там косых, еще что-то время. В итоге я договорился с проводницей, меня пропустили. Я такой, не тогда приезжай ко мне, не приезжай в Ужгород, тебе это приезжай, дальше тебя закрутили. Брат его быстро ухлебал, это раз, вот так, если ты будешь плавать, то ты будешь плавать, только не вдоль, а вниз. А там можно, я обещаю, что плавать, только будешь плавать не вдоль, типа по воде, а вниз. Ну так как ты вниз, то ты просто, дальше уже обратно не получится, вот и все. Окей, давай ты на две.
Я сейчас звоню. Ну окей, ладно, давай. Я уже уехал. Да? Куда едешь? А я из Киева еду. Я из Киева еду. Спасибо, давай.
Здорово. Слушай, есть вопрос. Так чуть-чуть придавить в сторону стеночек. А ты знаешь, места уха, видимо, можно попалывать нормально. Он уже вроде не тяжелый. Ну, поесть, да, выехал, вот тут вот сильно. А, ну все, проходим. На холоде будет шпагет. А? Ну, зашли бы сюда. Я еще даже не ужинал. Да я с работы гнал сюда хомяка. Ну, такое. Я нелогичный. Я бы снимаю, короче. Ну да. Так, ног, дата встречи. Да. Холоднее. Все страшно. Еще раз. Ну, дякую. Ой, какая печалька. Ё-моё, посмотрите на эту красоту. Паста одна из самых убогих тепох. Придохивают все подвижные суставы. Зато в Одессе не приглашали в электричке в кабине кататься. Чего, да? В электричке по кабине предлагали в Одессе кататься. А в кабине как эти цены, весьма интересно.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
А, так правильно делаю, я тоже не смогу, потому что я и так еще в дороге. Давай я тебе скину, а ты сам подумаешься, да?
Спасибо.